Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас на обзоре настоящая сейфовая дверь. Данная модель двери на нашем сайте обозначена как модель двери стена. Само название, в принципе, говорит само за себя. Конструкции таких дверей уже выходят за рамки, скажем так, понятий класса взломостойкости квартирных дверей. Здесь уже нет какого-либо ограничения по инструменту, который может быть применен для взлома таких дверей. Поэтому в таких конструкциях уже используются материалы, которые уже, ну, в дверях квартирных кажутся циклопическими. И, как правило, квартирные двери, таких конструкций они не нужны. Хотя в редких случаях бывает и такое. Данный экземпляр будет устанавливаться в частное хранилище, которое было специально подготовлено еще на этапе проектирования дома, и будет использоваться как хранилище, в котором, естественно, будут еще дополнительно установлены сейфы. И очень интересно, что вторую двойную функцию эта дверь будет выполнять, а именно как комната, ну, то есть не дверь, а вот это частное хранилище будет выполнять функцию комнаты спасения, так называемая паник рум. Поэтому, как вы можете заметить, здесь приводы штурвал расположен как с внутренней стороны, так и мы посмотрим, он будет расположен и с внешней стороны двери. Такие конструкции дверей, они несут колоссальную металлоемкость, материалоемкость. Вес таких конструкций, как правило, близится к тонне, поэтому, как правило, допустим, доставки и монтажи в многоквартирные дома таких изделий, как правило, ограничен грузоподъемностью лифта. И, в принципе, соответствие всех стен в домах, как правило, не соответствует таким металлоконструкциям. Значит, данный экземпляр выполнен из наружного листа 8 мм, затем идет более 50 мм армированного фибробетона, потом идет уже внутри контур, который выполнен сеткой, которая не позволяет, даже разрушив внешний лист, внешний бетонный контур, не позволяет, выполняя также функцию защиты, поэтому дальше проникнуть также не удастся. Замки и запирающие механизмы защищены более чем 12 мм каленого металла. Кроме этого, расположена задвижка временной фиксации, для того, чтобы было можно, допустим, зайдя, там, закрыться, скажем так, на некоторое время, для того, чтобы вас никто не беспокоил. Конструктивно данная дверь имеет определенные особенности, а именно, так как она, повторяю, будет внести двойную хранилище, так и паник рум, поэтому здесь ручки штурвала, они расположены с обеих сторон. Ручки штурвала здесь — это отдельная история. Здесь штурвалы будут выполнены в уникальном фирменном стиле, которые были согласованы с заказчиком, то есть, чтобы ему, то есть размер этих штурвалов, их расположение, удобство, как он будет лежать в руке, оно было сделано под конкретного заказчика так, чтобы ему было удобно этим пользоваться. Значит, установлен электронно-кодовый замок, который позволяет, не используя ключей, открывать и закрывать данное хранилище. Такая дверь, кроме защитных свойств от взлома, обладает очень высоким, скажем так, очень высокими защитными свойствами, как по противопожарности, так и по герметичности. Здесь данная дверь имеет несколько контуров герметичности для того, чтобы в случае потенциальной атаки можно было закрыться. И при этом с внешней стороны никоим образом нельзя было воздействовать на
то есть газами, вредными разными веществами на человека, который будет находиться за этой дверью. Значит, определенной особенностью еще данной двери служит то, что в случае атаки, допустим, с внешней стороны, тот, что штурвал будет расположен, может быть поврежден, также может быть поврежден кодовая часть замка электронно-кодового. Поэтому в таком случае заказчик должен иметь возможность открыть данную дверь изнутри. То есть, собственно, что здесь и предусмотрено. То есть внутри хранилища у заказчика будет находиться ключ, которым в случае необходимости он может дверь в аварийном режиме открыть. То есть это происходит так. То есть, в данном случае работает электронно-кодовый замок. Все, он заблокировал. Но при этом, если воспользоваться ключом с внутренней стороны, то заказчик может открыть дверь даже при поврежденном электронно-кодовом замке. Защитное свойство такой двери. Их можно рассматривать как фактический максимум, то есть можно использовать отбойные молотки, газовые резаки, бензорезы. То есть весь этот набор инструмента, он даст достаточно большое время, чтобы либо приехала охрана, либо подъехала помощь заказчику, то есть который будет находиться внутри. Поэтому такие двери являются, ну, очень, скажем так, уникальными изделиями, которые, изготовление которых может себе позволить далеко не все производители. Но так как наше производство, оно заточено, как правило, на двери с большим количеством усложнений, поэтому наше производство с легкостью выполняет, проектирует и выполняет такие заказы с последующим монтажом на объекте. Поэтому такие двери, естественно, это не далеко не повседневная позиция, но при этом наше предприятие готово изготовить такие двери в сроки там порядка месяц-полтора. Поэтому, если вам нужны будут такие двери, обращайтесь, с удовольствием вам ее изготовим, доставим и смонтируем на объекте. Всего доброго, до свидания.